гиперальгезия послеоперационная, не столько гиперальгезия, а хроническая боль, которая беспокоила нас, пациент, который перенес операцию, потом приходил через месяц, через два, через шесть месяцев и говорил, что ему больно. И мы всегда думали, что хроническая боль – это немножко другое. И вот смотрите, в Европейском Союзе 40 миллионов операций примерно в год выполняется, то есть достаточно большое. В одной Франции где-то 8 миллионов анестезий в год. И вот каждый десятый страдает длительной болью послеоперационной, поэтому это является важной социоэкономической проблемой. И совсем недавно Всемирная организация здравоохранения пересмотрела классификацию болезней и включила хроническую послеоперационную боль в раздел «Хроническая боль», то есть отдельным пунктом таким. Поэтому это устойчивая боль, которая в процессе оперативного вмешательства остается и может иметь различные проявления. Об этом нужно помнить, поэтому нужно определенную дефиницию проводить. Была ли боль до операции? Больные с хроническим болевым синдромом к нам поступают, то есть она была до и она осталась после. Была устойчивая боль в зоне операции до и после. Или отсутствовала она. И хроническая боль без всякой связи с операцией, как до, но после операции она была в зоне операции. Это вот фибромиалгия, мигрень и так далее. Проблема. Предоперационными факторами хроническая боль. Опиоидные анальгетики, то, о чем мы сегодня будем говорить более подробно. Это пациенты их принимают из-за того, что у них болевой синдром есть, или это вот та категория пациентов, которая является токсикоманами или морфиноманами. Зависимость, наркотики, табак, алкоголь ставится знак вопроса, потому что мнения несколько разные. Психологическая нестабильность, депрессивное или тревожное состояние, ну и в зависимости от пола и от возраста. Но тут я знаки вопроса ставлю, потому что это не все разделяют. Интенсивность острой послеоперационной боли тоже может быть фактором хронизации. Чем она сильнее в ближайшем послеоперационном периоде, тем больше вероятность, что она останется на более длительный период. И вот то, о чем мы говорим в последнее время, одним из факторов является необоснованно завышенные дозы, переоперационные дозы опиоидов. Помнить о том, что наши маленькие пациенты, еще даже до того, как они родились, в пренатальном периоде, тоже могут испытывать ноцицептивное влияние, и переживание боли в этом периоде может явиться причиной серьезных осложнений. Поэтому нужно помнить, что наши маленькие пациенты уже программируют свои гомеостатические системы рано. И вот я привожу выдержки из нескольких публикаций. Дети, которые имели ноцицептивную стимуляцию в первые недели, в первые дни, первые недели жизни, имели анормально высокий ответ на болевой стимул в последующем. И вот одна из публикаций – это мальчики, которым было обрезание в возрасте 5 дней, это в Штатах опубликована статья, у них было, без всякого, естественно, обезболивания, у них был сильный болевой ответ во время вакцинации в возрасте 4-6 месяцев. На динамику болевого синдрома влияет и эстафета, как я ее называю, анальгетическая, то есть хорошо проведенное переоперационное обезболивание, а потом вот этот провал, когда пациент уже начинает там через 3, через 4, через 5 часов после операции корчиться от боли, то есть мы прервали эту эстафету анальгетическую. Вот этого ни в коем случае нельзя допускать, и нужно стараться проводить адекватное переоперационное, естественно, обезболивание и плавный переход в послеоперационную анальгезию. И о чем, собственно, идет речь? О гиперальгезии. Это выраженный болевой ответ на ноцицептивный стимул, чрезмерный ответ. А алладиния, ее нужно, скажем так, дифференцировать, это болевые ощущения на неноцицептивный стимул, то есть на касание, на прикосновение, то есть это не болевой стимул, а ответ будет как на болевой. И гиперальгезия, она может быть первичная, да, то есть на уровне повреждения, воспаления, это феномен периферической сенсибилизации, или вторичная, вне зоны воспаления. Речь идет тогда о центральном гипервозбуждении. Зная о том, что послеоперационная боль – это в основном воспалительный компонент, да, и она состоит как из ноцицептивного компонента острого, так и из гиперальгезии.
И гипералгезия может определять степень послеоперационной боли, особенно вызванной, и является в то же время основой хронизации послеоперационной боли. Поэтому компонентом переоперационного обезболивания должна стать именно антигипералгетическая терапия. Ну, про ноцицепцию я говорить не буду. Знаете, это трансдукция, трансмиссия, модуляция и перцепция, вот эти четыре этапа, которые проходит. А вот здесь очень, я стараюсь показать на этом слайде, как хирургия и воспалительная реакция, то есть хирургическое вмешательство и воспалительная реакция, так и опиоиды, которые мы применяем с вами, они будут вызывать центральную переоперационную сенсибилизацию, гипералгезию, и, а если еще хирурги добавят и переоперационное повреждение самих нервных структур, то это и будет способствовать хронизации боли. Алладиния, боль, я уже говорил, на неноцицептивный стимул, и тогда порог боли снижен. А вот гипералгезия – это чрезмерная боль на ноцицептивный стимул, но надпороговый ответ усилен. И как распознать гипералгезия и алладиния? Есть ноцицептивные тесты, механические, термические, химические, электрические, но мы ими в каждодневной практике не можем пользоваться, это просто невозможно. Но по непрямым клиническим признакам мы можем задуматься. Это выраженная послеоперационная боль и высокая потребность в опиоидах. И иногда мои коллеги говорят, мы такой наркоз провели, такую дозу суфентанила вкатили пациенту, там 60 микрограммов за 2 часа, а ему больно после операции. Я говорю, так ему больно как раз потому, что вы ему слишком много вкатили этого суфентанила. И вот мы постараемся разобраться, что же происходит. Ну вот эти методы алгометрии, которые классически используются, но я говорю, что каждый день мы это просто не в состоянии делать. Вот патофизиология. Гипералгезия центральная и периферическая. И два компонента, собственно, ноцицептивный и гипералгетический, который может быть первичным и вторичным. И развивается он быстро и усиливает болевые ощущения. И вот первичное или периферическое – это воспаление, алладиния механическая и термическая, и сенсибилизация ноцицепторов происходит. А вторичное или центральное – без воспаления, алладиния механическая, сенсибилизация центральной может быть как ранней, так и отдаленной. Вот это надо немножко дифференцировать. Несколько слов о механизмах гипералгезии. Вот от кожных ноцицепторов, которых достаточно много, их 200 на квадратный сантиметр поверхности. Они есть, как вы знаете, разные термические, механические, химические. А на внутренних органах есть еще особые рецепторы, которые реагируют на растяжение. Вот почему висцеральная боль, когда у нас обычные анальгетики не помогают, и тогда вот мы спазмолитические какие-то препараты применяем, поэтому это тоже нужно несколько дифференцировать. И реактивность зависит от окружающей тканевой среды, появления аллогенных субстанций, которые вы знаете, сенсибилизаторов, повышающих чувствительность, это просто гландины, лейкотриины, гистамин и так далее. Периферическое воспаление, которое может способствовать этим с повреждением тканей и дегрануляцией мастоцитов и пептидов П. При тканевой травме ноцицепторы реагируют различно на механический или термический стимул. И длительная или устойчивая стимуляция, здесь у меня какой-то странный слайд появился, что это случилось, это какие-то вражеские эти силы, да. Да, какая-то эстафета у меня получилась. Я прошу прощения, у меня в компьютере было все нормально. Вот. Но я хочу здесь в этом слайде сказать, что есть немые рецепторы на внутренних органах и суставах, и они активными становятся только при воспалении. И они-то и принимают основное участие в развитии алладинии или гипералгезии. И что касается центральных механизмов, то они очень близки к нейропатической боли. И алладиния плюс гипералгезия, вот это повышенная возбудимость и чувствительность ноцирецепторов и освобождением трансмиттеров, которых достаточно много, около 20. И особое внимание здесь надо уделить рецептору NMDA, да, N-метил-D-аспартат. В базовом состоянии этот рецептор неактивен, и канал закрыт ионом магния.
Здесь тоже у меня что-то случилось со слайдами. Вот. И когда происходит ноцицептивный стимул, то этот канал открывается, и кальций массивно входит в клетку, и таким образом он провоцирует вот это пресинаптическое освобождение глутамата, и тем самым играет большую роль в изменении возбудимости. Для вас не секрет, три основных компонента нашего общего обезболивания, да, это наркоз с угнетением сознания, амнезия и мышечная релаксация и ноцицептивная блокада, которую мы в основном и стараемся прикрыть синтетическими опиоидами. Так уже в многие десятилетия мы делаем, и особенно после конца 60-х годов, когда был разработан и внедрен принцип нейролепт-анальгезии с высокими дозами опиоидов как антиноцицептивного компонента. Вот в 61-м году вышла эта работа о использовании фентанила. Автором ее были бельгийские профессора, профессора де Кастро, в первую очередь. Но вот что же нас сейчас заставляет пересмотреть эту догму о необходимости в опиоидах? Потому что мы знаем, что у пациентов, которые получали эти опиоиды во время анестезии, послеоперационная боль была заметно сильнее. Это было еще замечено на доклинических исследованиях в 60-е годы. Собачкам бедным вводили колоссальные дозы опиоидов и смотрели, что они не умирают, но при условии, что им проводили искусственную вентиляцию. Но большие дозы опиоидов не вызывали ни депрессии сердечной деятельности. Что-то у меня тут перескакивает само. Но вот оказалось, что опиоиды-то одновременно, как только мы вводим первую дозу фентанила, там суфентанила или другого синтетического опиоида, одновременно начинают вызывать анальгезию, которую мы ждем, и одновременно развивается эффект гипералгезии. И вот эта гипералгезия, она длится дольше, чем анальгетический эффект. И поэтому пациенты, которые получили особенно высокие дозы переоперационные опиоидов, у них вот эта гипералгезия и просыпается в послеоперационном периоде. И они страдают от повышенной боли гипералгетической из-за того, что мы их передозировали. Таким образом, мы с вами применяем каждый день в нашей каждодневной практике группу медикаментов, вот этих опиоидов синтетических, которые вызывают глубокую постоперационную гипералгезию и способствуют хронизации боли. Кроме того, синтетические опиоиды вызывают иммуномодуляцию. Ну, сегодня мы на этом не будем особо останавливаться, потому что было замечено, особенно во Франции последние где-то 10 лет, очень активно в онкологии пользовались ремифентанилом. Это ультракороткого действия опиоид в больших очень дозах, зная о том, что через несколько минут после прекращения инфузии от него там ничего не остается. Но он вызывал не только гипералгезию послеоперационную, но и иммуномодуляцию у пациентов, у этих у онкологических пациентов. У них чаще развивались рецидивы опухолевых процессов. И вот парадоксом опиоидов является то, что одновременно он и анальгетик, и гипералгетик. Ну, на этих схемах показано, как опиоиды действуют на ноцицепцию и вызывая гипералгезию, такая схематический слайд. Слава богу, здесь нет ошибок в трансмиссии. И помнить о том, что вот эта гипералгезия, она длится очень долго по сравнению с анальгезией. Вот на этом слайде тоже видно, как введение опиоидов, оно сдвигает влево вот эту кривую болевую. И если в нормальных условиях боль у нас при определенных стимулах только появляется, а здесь гораздо меньше силы нужен болевой ноцицептивный стимул, чтобы пациент испытал боль. И гипералгезия, вызванная опиоидами. Два феномена нужно рассматривать. Толерантность – это фармакологический эффект. Мы знаем, что при хроническом приеме опиоидов развивается толерантность, устойчивость. И мы должны, если пациент хронически принимает эту группу препаратов, особенно вот при хронической боли, онкологической боли, мы все должны больше и больше дозу давать. Это эффект толерантности. А есть еще эффект сенсибилизации центральной нервной системы.
который обратно пропорционален толерантности. И вот этот механизм, этой гипералгезии, вызванной опиоидами, похож на вторичную центральную гипералгезию, на ноцицептивный стимул, активация проноцицептивной системы НМДА. И причиной является общая доза опиоидов, то есть кумуляция, не скорость или длительность, а именно общая доза, которую пациент у нас получит. Он может эти, допустим, 60 микрограммов суфентанила получить за 2 часа или за 4 часа. Разницы не будет по длительности введения, а именно доза, общая доза, она и будет определять развитие или возможность развития гипералгезии. Может влиять, естественно, генетические особенности, потому что анальгетический профиль у каждого из нас, он не одинаковый. Толерантность может развиться и без гипералгезии. Есть пациенты, которые получают хронически эти препараты. Мы должны добавлять, но у них гипералгезия не развивается. Такое есть. Но помните о том, что толерантность развивается быстро и может быть длительной. Это клинические последствия гипералгезии, это хронизация боли. Прием опиоидов до операции, мы должны помнить о том, что будет не только толерантность, но и потребует высоких доз в послеоперационном периоде. Гипералгезия в послеоперационном периоде будет предикт-фактором сильной и продолжительной острой послеоперационной боли, которая может длиться до 3 месяцев и больше у 70% больных. И вариабельность гипералгезии при однотипной хирургии, оладенея шва, выраженность спровоцированной послеоперационной боли может наблюдаться. И последствия – это гиперчувствительность к боли, это сильная послеоперационная боль, это завышенные дозы анальгетиков, это побочные эффекты, связанные с морфиномиметиками, хронизация боли, и тем самым сроки госпитализации будут увеличиваться, и задержка с реабилитацией. Как избежать этой послеоперационной гипералгезии? Наши друзья-хирурги должны тоже операционную травму стараться сделать как более такой малотравматичной, не допускать повреждений нервных волокон, нервных тканей. А то, что касается фармакологии и анестезии, элементы местной анестезии, эпидуральной анестезии, там, где это возможно, их нужно принимать и включать в компонент общего обезболивания. Периферическая локорегиональная анестезия, как проводниковая, так и инфильтрация местными анестетиками, это всем нам хорошо известно. Первичная гипералгезия будет меньше, послеоперационная боль будет слабее выражена, меньше будет возможность развития хронизации, и мало того, еще и воспалительный компонент уменьшится. Что относится к опиоидосберегающим средствам? Чем мы располагаем, каким арсеналом? Это так называемые антигипералгетики, парацетамол. Вот посмотрите, я в правой части этого слайда показал, насколько мы можем экономить морфин послеоперационно. Это не мои данные, а данные, которые я нашел в литературе. Парацетамол на 20-30%, нефопам на 30-50% мы можем сэкономить дозу, ну, сэкономить в кавычках. Вот. Габапантеноиды, дексаметазон, там знак вопроса стоит, потому что данных нет. Послеоперационная тошнота и рвота, это точно там снизится. Вот на трамадол данных тоже пока я не нашел. Клонидин на 20-30%, дексдор тоже пока данных нет. Он широко применяется в Бельгии в протоколах безопиоидной анестезии. Во Франции дексдор принимался в основном в интенсивной терапии, в реанимации, в анестезиологию он вошел вот где-то последние год-полтора. Кетамин – это антигипералгетик выбора. Вы хорошо знаете этот препарат, знаете его противопоказания, да, когда им не надо пользоваться. А вот переоперационно – это антагонист рецепторов НМДА. Переоперационно вводится в дозе меньше 0,5 миллиграммов на килограмм массы. В среднем это, чаще всего это 0,15-0,2 миллиграмма на килограмм. И анальгетический эффект превышает фармакологический. Это значит, что анальгетический эффект у кетамина будет длиться более 5 периодов полувыведения.
Это очень интересный показатель. И малые дозы кетамина, они не дают нежелательных эффектов ни дисфории, там, ни тошноты, ни рвоты. Превентивной анальгезии вопрос очень дискутабельный. Надо ли вводить его до операции задолго? Считается, что нет. Мы, как правило, вводим эту дозу НМДА, кетамина, во время индукции. Это может быть плановое введение, то есть когда мы программируем, если у нас останется время, скажу вам о безопиоидной программе, протоколе безопиоидной анестезии, плановое введение или экстренная поддержка при недостаточно эффективной классической анальгезии. Как правило, мы это делаем в послеоперационном периоде. Вот мы видим, что мы провели операцию, а пациент у нас, несмотря на назначенные анальгетики, жалуется на сильную боль послеоперационную. И вот мы тогда не морфин ему добавляем, а добавляем кетамин. Кетамин и опиоиды – это вот супраддитивите, то есть они усиливают действие друг друга. Ассоциация чаще всего – это кетамин-морфин. И снижается развитие острой толерантности к морфину и снижает развитие гиперальгезии. Дозы я уже называл. Вы знаете, что этот препарат блокирует рецепторы НМДА. Анальгетическую дозу я уже не буду повторять, и нежелательные эффекты редки, и нужно помнить, что перидуральный или спинальный препарат не вводится из-за консерванта, который там есть. Другие препараты, другая группа препаратов, которые нам могут помогать в борьбе с гиперальгезией, это габапантиноиды, габапантин или прегабалин. Ну, вы знаете, что это препараты в первую очередь были применены для, как антиэпилептики, но потом оказалось, что они нам помогают и для борьбы с нейропатической болью. Это не антагонисты габа-рецепторов, не агонисты габа-рецепторов, и полный механизм действия их еще неизвестен. Вот, механизм действия является структурным аналогом нейротрансмиттеров ГАБА. Они реагируют с ГАБА-энергетическими синапсами, блокаторами натриевых каналов. Не буду долго здесь говорить. Вот, снижают центральную сенсибилизацию. Они могут использоваться для превентивной анальгезии или антигиперальгезии. Во Франции достаточно широко в последнее время использовали для премедикации, особенно у пациентов, у которых элемент страха или, как называют это, синдром катастрофизма перед операцией выражен, то он дает легкий седативный эффект. О дозах я скажу сейчас. Я уже говорил о том, что они тоже снижают дозу морфина. Вот побочные эффекты. Достаточно частые, специфические для этого класса лекарственных средств выражены. Это седация, головокружение, диплопия может быть, побочные эффекты со стороны центральной нервной системы, со сердечно-сосудистой системы и так далее. Но не нужно этого пугаться, потому что эти побочные эффекты, как правило, при хроническом приеме, при длительном приеме, а мы его используем для премедикации однократно. Вот это дозы. И схемы введения или габапантина, или прегабалина. Средняя доза 900 мг, как правило, 600 достаточно для пациента средней массы 60-70 кг. Эффект, причем, не зависит от дозы, поэтому чем вы больше дадите, вы эффект его антигиперальгетически не усилите, поэтому выбираются вот эти средние дозы. И, как правило, накануне операции или вечером, или в день операции за 1,5-2 часа мы даем. Если пациент у вас получает эти препараты хронически, страдая, например, нейропатической болью, то ни в коем случае нельзя допускать резкой остановки лечения, чтобы не было синдрома отмены. Поэтому эти препараты продолжают и до дня операции, и, как правило, начинают принимать их сразу после. Нефапам. Я не знаю, есть сейчас в Украине этот препарат или нет, Акупан. Есть. Да, очень хорошо. Это препарат тоже французский.
Препарат, который был разработан, его эффект аналгетический был обнаружен совершенно случайно, потому что лаборатория искала новый препарат для лечения депрессии. Оказалось, что у этого антидепрессанта нового и центрального миорелаксанта оказался в основном анальгетический эффект, который был обнаружен при клинических исследованиях. И вот как анальгетик для лечения острых болевых синдромов, он начал использоваться в 1981 году, а потом как-то он не очень, анестезиологи его любили, потому что тошнота, там рвота, какие-то побочные эффекты были. И про него почти забыли. И вдруг в 2003 году был перебой с парацетамолом во Франции, и вспомнили про нефопам, и вот с тех пор о нем мы уже не забываем. Оказалось, просто нужно соблюдать правила его введения для того, чтобы не было вот этих нежелательных эффектов. И вот через несколько лет его применения, 10 лет назад, он был признан важным лекарственным препаратом. К этой категории теперь относится. У него антихолинергические свойства есть. Это центральный неопиоидный анальгетик. Мало того, у него есть антигипералгетическое действие, поэтому мы его сейчас используем для профилактики и гипералгезии. Он снижает температурный порог озноба, хотя не жаропонижающим действием не обладает. Но в послеоперационном периоде мы можем им пользоваться для снижения дрожи послеоперационной. Он фундаментально отличается от всех центральных анальгетиков. Не фиксируется на опиоидных рецепторах, нет антагонизации налоксоном, и он не вызывает депрессию дыхания. Он может вводиться не только внутривенно, а если внутривенно, то обязательно нужно вводить его медленно. 20 миллиграммов, вот эту одну ампулу вводить где-то за 45 минут, не быстрее. Тогда вы не получите ни тахикардии, ни тошноты, ни рвоты, ни всех этих неприятных явлений. Но его можно вводить перорально, через рот. И мы сейчас пациентам даем треть стакана воды, туда эту ампулу нефопама, он его выпивает, и нет ни тошноты, ни рвоты, ни всех этих неблагоприятных действий, кроме хорошего анальгетического и антигипералгетического эффекта. Дозы здесь показаны на слайде. И начинаем мы, как правило, со средней дозы. В сутки 60-80 миллиграммов. Максимальная доза 120, но я просто вам советую никогда не начинать с максимальной дозы. Если у вас пациент хорошо переносит и недостаточно 60 миллиграммов в сутки, то есть 20 миллиграммов 3 раза в день, вы тогда можете прогрессивно увеличить. Лидокаин. Всем вам хорошо известный препарат, но это не только анестетик и анальгетик. У него выраженный противовоспалительный эффект, антитромботический, бронхорасширяющий, антибактериальный, нейропротекторный, да еще теперь говорим о том, что он и антигипералгетик, но при условии, что он вводится системно, то есть внутривенно. Он блокирует рецепторы, вот там перечислены они, он снижает цитокинины, лейкотриины, гистамин, ингибирует полиморфно-ядерные лейкоциты и макрофаги, но при этом сохраняет моторику желудочно-кишечного тракта, снижает дозу опиоидов и снижает парез кишечника. Помните, естественно, о побочных эффектах при внутривенном введении лидокаина, противопоказаниях к нему, и осторожно при печеночной недостаточности дозы в два раза нужно снизить, и обязательно лидокаинемия на второй день должна у этих пациентов контролироваться. Протокол обезболивания с использованием лидокаина позволяет снизить дозы опиоидов как во время операции, так и в послеоперационном периоде. У пациентов высокого риска с гипералгезией мы можем проводить ноцицептивные тесты, но рутинно их до операции трудно. И вот я говорил о том, что клинические критерии – это большая хирургия, травматичные операции, предоперационная боль, если имеется уже у пациента, нейропатическая боль и опиоидная терапия до операции. У этих пациентов нужно быть готовыми к высокому риску. Вот статья была опубликована в 2003 году, уже давно. Тогда уже говорилось о том, как бы нам безопиоидной анестезией заняться. Мультимодальная анальгезия без опиоидов. Вот там я выделил этим зеленым эллипсом. И вот рекомендации французского общества. Ограничить переоперационный расход опиоидов. Снизить риск развития острой толерантности к ним. Каждому по реальной потребности. Кетамин – это антигипералгетик выбора.
Переоперационно в болюсе 0,15 миллиграммов на килограмм после индукции. При длительных операциях перфузии он может вводиться, дозы там показаны, прекратить за 30 минут до конца операции. Не рекомендуется сочетать кетамин с морфином в аутоконтролируемой аналгезии. И систематически применение габапантеноидов не рекомендовано только у таких категорий пациентов, которые хронически принимают, или синдром катастрофизма, или это пациенты, у которых, скажем так, нет другого выбора. И в заключение я хочу сказать о том, что гипералгезия отражает сенсибилизацию нервной системы, тесно связана с интенсивностью острой послеоперационной боли. Оценка гипералгезии до и после операции позволит понять механизмы устойчивой послеоперационной боли, и использование антигипералгетиков для профилактики гипералгезии и хронизации боли должно нами проводиться систематически. Переоперационный мониторинг ноцицепции и рациональное использование опиоидов позволяет избежать развития послеоперационной гипералгезии, и опиоид-сберегающие методы переоперационного обезболивания мы должны применять в нашей практике. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, для гостя из Франции, я все-таки по-русски говорю. Я прошу, мы потом поймаете, мы по-русски не укладываемся. Народ немножко, по-моему, боясь обездны премудрости, начинает разбегаться. Это проблема серьезная. И тупо заливать морфином обезболивание – это действительно не наш путь. Но сейчас на следующий для нас доклад предлагает конкретные методы малоопиоидного обезболивания. Вот. И представитель принимающей стороны Олег Анатольевич.